Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. Текущая санитарно-эпидемиологическая ситуация в республике характеризуется 77 случаями новой коронавирусной инфекции по данным Управления Роспотребнадзора. Среди них заболевших детей 28 ребятишек. Из 49 взрослых непривитых 47 человек, 97%. В стационарах получают у нас сегодня лечение 963 пациента. В состоянии средней тяжести 869 человек. В тяжелом состоянии 94. Из них 97%, а именно 91 пациент, не имеют вакцинации. За жизнь людей, 26 крайне тяжелых больных, сегодня в реанимациях находятся, борются наши врачи за жизнь. Уважаемые жители Республики Саха-Якутия, наиболее напряженной ситуацией у нас является ситуация по заболеванию в Нерюнгринском, Хангаласском, Сундарском улусах. Вновь появились случаи в Оймяконском, Среднеколымском и Устьянских улусах. Все они находятся под контролем. Продолжается вакцинальная кампания на территории республики. Первым компонентом у нас привито 71,6% от взрослого населения республики. В четырех районах республики вакцинация выше 90%. Это Алайховский, Верхнеколымский, Момский, Нижнеколымский, Среднеколымский. Свыше 80% в Абыйском, Жиганском, Ленском. В городе Якутске привито 75% взрослого населения. Меньше 60% взрослого населения привито в Чурапчинском улусе. Уважаемые жители Республики Саха-Якутия, мы все готовимся к новогодним праздникам. Мы сегодня в торговых центрах республики, где бы мы ни жили, в городе или в небольших населенных пунктах, безусловно, достаточно много посетителей, которые готовятся к встрече Нового года. В связи с чем обращаем ваше внимание на необходимость соблюдения санитарно-эпидемиологических норм, так же, как и предприниматели, на необходимость соблюдения требований по предъявлению и проверке QR-кодов на территории нашей республики. В данной ситуации необходимо обратить внимание на то, что главой Республики Саха-Якутия Айсен Сергеевичем Николаевым подписан план по противодействию нового вируса, нового штамма вируса «Омикрон». Он подписан непосредственно с учетом начала отслеживания всех прибывающих из неблагополучных стран, соответствующая деятельность Управления Роспотребнадзором по республике осуществляет, в связи с чем, соответственно, сегодня ситуация находится на полном контроле. Учреждения здравоохранения готовы, в том числе для работы с любым вирусом на территории республики. Уважаемые жители Республики Саха-Якутия, еще раз обращаю внимание на начало, в том числе, корпоративных праздников, проутренников, в связи с чем в наших школах, чем обращаю внимание на необходимость продолжения работы как по дезинфекции помещений, так и по соблюдению всех требований санитарно-эпидемиологического характера.